Очень интересно наблюдать, как морские животные взаимодействуют друг с другом. Самый известный пример симбиоза – это рыба-клоун и актиния. Чтобы поселиться в актинии, нашему клоуну нужно выработать иммунитет против ее стрекательных клеток. Для этого он слегка касается боками щупалец актинии, получает небольшую порцию яда и сразу начинает производить защитную кожную слизь. И уже через несколько часов рыба может жить прямо в актинии. Клоун получает надежную защиту от хищников и сам тоже защищает актинию. Он очищает анемон от мусора и прячет в нем свою еду, тем самым подкармливая его. А плавая вокруг щупалец, рыба создает дополнительное движение воды, и актиния получает больше кислорода. А вот краб-боксер или пом-пом-краб использует актинию исключительно в своих интересах. Он отрывает куски от анемона и размахивает ими во все стороны, как настоящая черлидерша, распугивая при этом всех потенциальных врагов. Хочешь увидеть, как мы кормим своих актиний и как они передвигаются? Загляни в описание, там будет ссылка на большое видео про анемоны.